Две банкноты по 100 долларов лежат на розовой поверхности 2 марта. Верхняя банкнота лежит обратной стороной, а нижняя банкнота с серийным номером. Снимаются эти банкноты специально широкоформатно для плейлиста «Это денежный поток». Да потому что это действительно самый настоящий реальный денежный поток. Ведь эти деньги получены мною как доход с моего канала на YouTube. Потому что YouTube платит деньги успешным авторам. В чем он платит? В долларах.